Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Demon's Souls. Как вы помните, в предыдущей серии я огребался, но после этого произошло достаточно много событий за кадром. Как видите, я снял тяжелую броню, решил пожертвовать защитой в пользу подвижности, потому что чисто защита на этой карте не помогала. Теперь я двигаюсь достаточно быстро, как видите, кувыркаюсь, как угорелый. Кроме того, я качался. Я качался, кроме того, фармил траву. Траву я вам сейчас покажу, как фармится она. А потом мы пойдем, собственно, на ту локацию 4.1 и будем мстить этим засранцам за то, что они творили с нами в предыдущей серии. Потому что предыдущая серия была полна боли. Это как в том... Короче говоря, если бьют какого-нибудь очкарика, то потом он идет в секцию бокса, тренируется и боятся уже его. Вот и у меня так же. Ох, покачались, и в итоге теперь у нас все достаточно просто. У меня 39 уровень теперь, когда я в последний раз играл, по-моему, 29 был. Так что вполне себе неплохо так, у меня персонаж прокачался. В общем, вот. Трава фармится у Bonfire 1.3, то есть этот Bonfire, на котором мы убили в свое время фаланкса. Вот здесь с ним дрались. Здесь у нас два довольно опасных рыцаря. Ну, то есть они опасны поначалу, да и сейчас, в принципе, опасны, если с ними... недооценивать их, короче говоря. Но я делал все просто, у меня уж тактика отработанная. Я их бэкстебами. Один удар, один труп. Хорошо. С него гарантированно выпадает одна из двух. Либо Half-Moongrass, либо Full-Moongrass. Витая та очень хороша. Вот. И кроме того, за него дает 400 душ, что тоже неплохо. Конечно, качаться на них это заколебаешься, но все равно приятное дополнение. Многие советуют мне взять меч в две руки. Но, ребят, тогда у меня защиты не будет. Кстати говоря, вот с этих же рыцарей мне выпал неплохой такой щит, как вы видите, он сейчас у меня. Он называется Night Shield, и для меня он, по-моему, самый лучший. Потому что он, во-первых, у него, опять же, 100% защита, то есть погашение ударов, то есть его не прошибает ни один удар. Во-вторых, кроме всего прочего, он может парировать, в отличие от того стального щита. То есть можно парировать. Щит просто офигительный. Такие дела. Не думайте, что я тут днями сидел, прокачивался, чтобы просто вот это вот все получить. Это все заняло у меня, наверное, минут 40. Вчера я после работы пришел. То есть киношку посмотрел. Потом перед сном побегал маленько, прокачался и понял, что все. Все уже с ними. Все, что мог, я уже сделал. И если я дальше буду качаться, то уже там будет просто перекач, как у меня был в конце Dark Souls. В принципе, это было, конечно, прикольно, потому что я побыстрее игру прошел, но куда спешить-то нам, верно? Игра-то хорошая, такую нужно растягивать. Blight Town больше не хочу. Ой, не хочу. Это капец какой-то. Так, ну давайте посмотрим, что у нас теперь получится. Как раз-таки мне советуют именно на этой локации взять меч в две руки и рубить. Но как же я тогда буду защищаться от этих врагов, которые гарантированно в меня раза два попадают? А потом уже моя очередь наносить удар. Тьфу ты, елки-палки, опять заговариваюсь. У меня с этой локации какие-то заговоры натуральные. Короче говоря, сначала нужно отблокировать пару ударов или попытаться увернуться от них. Но они такие подвижные, что это будет сложно. А потом уже рубить. Добрый вечер. Но с этим-то проблем особых нет. Вот самое опасное место. Потому что там тот все время стреляет. Если его побежишь убивать, то сверху кто-нибудь из тех, что встает, начнет по тебе шарашить. До свидания. Так, сейчас там еще один стоит. Я тут уже 100 раз качался. Я именно на этой локации качался. Тут душ много дают. Поэтому я уже наизусть знаю, что они как сделать. Но все равно расслабляться не стоит. Потому что вот так вот мог сделать. Тихо, стрела летит. Да что ж ты... Вот видите, да? И стрела. Успел. То есть, казалось бы, все наизусть знаешь, но все равно они какие-то проблемы доставляют. Так, наверху двое, желательно по одному с каждым из них драться. Оп! Не ждал. Когда они после удара восстанавливаются, они уязвимы и урон наносят где-то в 2 раза больше, по-моему. Оп! Ну да, это я налажал уже сам.
Но, в принципе, как видите, стало попроще. То есть я уже к ним приучился, я понимаю, что они могут, чего они не могут. И, кстати говоря, я приучился оббегать вот здесь вот кнопку у нас с ловушкой. До того приучился оббегать, что вообще перестал на нее обращать внимание. В результате меня один раз просто убило. Было очень обидно. Поэтому я теперь просто стараюсь поаккуратнее быть. Так, тут у нас сильный бабайк, но к нему мы пойдем сначала, убив тех наверху. Козлов. Это будет наша месть за то, что они творили с нами в предыдущих сериях. Так что, вы любите же, когда я мщу. Вот вам месть. Давай. Ой, парировать не вышло. Сейчас я опять довыпендриваюсь, похоже. Так, ну что, стрелять? Оп! Оп. Медленно, конечно, меч, но ничего, я готов с этим мириться, учитывая его мощь. Так, там внизу у нас бабай стоит. Сейчас бабайка получит. Так, что у нас по траве какая-нибудь более слабая есть? Нет, только Half-Moon Lead. А Crescent есть? Нет, потому что мне что-то жалко сейчас такую тратить. Нет, похоже, что нет. Ну ладно, нормально. Давайте одну сожрем. А, она даже не полностью перевалит. Ну ладно, как видите, ничего страшного. Так, вот этот опасный. Он все равно опасный, несмотря на то, что я с ним уже миллион раз дрался. И понимаю его тактику, но... расслабляться... в какой мере не надо. Спокойно, братюнь, спокойно, спокойно, без нервов, успокойся. До свидания. Да, приучился, приучился. Как видите, опыт дает о себе знать, сколько я тут тусовал на этой локации. За него, кстати, неплохо дают 1200. Конечно, это все смешно выглядит после того, как я в Анерлонде в Дарке просиживал часами и там получал с каждого врага... поскольку я получил? По 3, что ли? Но все равно неплохо. Особенно, когда враги уже не могут тебе что-то противопоставить, потому что ты их знаешь как облупленных. Ой, я сейчас довыпендриваюсь, по-моему. Опять довыпендриваюсь. Давай, бей меня. Ударил, теперь можно убить. Все, с одного удара упал. Так, хорошо. Туда вниз можно сходить, там самое опасное место на этой карте, то есть туннели, и там в туннелях с ними драться натурально очень-очень сложно. Да? Что ж это такое? Так, хорошо. Что с тебя выпало? Блэйстоуны. У меня, кстати, меч плюс 7. Я не помню, какой он был на момент предыдущей серии, но теперь... короче говоря, плюс 7. Вот, такие дела. Стрел купил. Нормально, короче, между сериями занялся именно тем, чем давно следовало. И поэтому все у нас получается. Так, еще один где? Давай, дружок. Вообще их, конечно, не отсюда удобнее убивать, но раз что-то стоим. Так, давайте еще чуть-чуть подождем. Давай, лети сюда. Да. Короче, ладно. Кто-то мне говорил, когда я пытался лук убрать, и он говорит, просто руки надо выпрямить, на самом-то деле это все просто делается, не в геймпаде дело. Какие все-таки говнари есть, а это удивительно просто. Я уже неоднократно говорил, что мой геймпад DualShock 3, и он временами сбоит. На нем кнопки нажимаются. Часто у меня трава не используется в нужные моменты. Но нет, все равно всегда будут на мои руки пенять. Так, слева-справа по врагу. Ладно, нормально. Да. Хватит уже меня убить. Вот самое опасное место. Но я еще достаточно просто прошел. Хотя можно вообще без потери пройти, но ладно. До свидания. Так, и туда у нас это к торговцу. Нам у него сейчас ничего не нужно, поэтому мы идем сюда. И, собственно, продвигаемся дальше. Хорошо. Так, это у нас скат умер. Ну, не умер, погиб. Убили мы его.
Давай. Ты сможешь. You can do it. И чё ж она не стреляет-то, а? Ну ладно. Ой-ой. Давай. Не успел. Успел. Хорошо. Так, с тобой. Давай, иди сюда. Блин, конечно, по скорости у меня все плохо. Именно по скорости удара. Но силы искупает. Сколько у меня меч уже? А, плюс 6. Ну ладно, тоже нормально. Я просто не знаю, как дальше прокачивать. То есть у меня нет тех вещей, которые нужны для этого. Где их взять, я пока не знаю. Разберемся, короче говоря. Так, теперь ты. Раз. Видите, да, когда свежий играешь, насколько все проще. Но при этом все время свежим я играть не могу, я просто тогда не успею серии отснять в нужном количестве. Так что простите меня за предыдущую серию. Так, живой нет. Хорош. Че дашь? Учигатану. Блин, у меня уже 3 учигатана, по-моему. Нафига мне их столько их. Так, теперь мне нужно идти сюда, но сначала поднимусь наверх и убью оставшихся 2 скатов. Потому что иначе они мне будут там все обсирать просто. Как видите, при такой броне достаточно сильно на мне эти удары сказываются. Не то, что в той тяжелой, я натурально там мог по ударов 20 вынести. Здесь же удары 3-4 и все, труп. Но я как-то привык еще в предыдущем прохождении полагаться на скорость, поэтому у меня что-то получается. Блин, живой что ли? Да блин. Да блин. Так, ладно, один остался. Так. Вот сейчас шварку все будет смешно. Ну так-то я не попаду, конечно. Сейчас он повернется. Ладно. Давай. Да блин, ты живой еще что ли? Офигеть, ты какой-то бронированный. Так, ладно. Последний. Ладно, Хрис. Не так просто попасть, как кому-то кажется. Кто-то тут опять будет недовольный комментарий писать. Я жду от вас видеоответа, в котором вы с одного удара выносите такого расстояния этого ската. Потому что злые языки, они злые языки, пока с них не попросишь сделать что-то лучше меня. И они сразу же, как обычно, тушуются. Так что вот. Блин, сегодня я какой-то, не знаю, выпендрежный, поэтому пора помолчать уже маленько. Шо? Как правило, когда у меня понты начинаются, у меня в тот же момент кто-нибудь быстро макает мордой в грязь. Типа, а чё это ты расслабился? Так, прилетай. Да, блин, не попал опять. Успел. Ты смотри, я в него уже 4 раза попал. Где это видно вообще? Да хрен с ней, короче говоря. Давай, иди сюда. Эу. Эу. А на таких узких дорожках с ними драться бесполезно. Вот здесь, вот сюда вытягивать нужно. Подожди, чего он не идет-то? А, он пошел. Так, сейчас осторожно, сверху прилетит та бяка. Вот эти твари в состоянии меня убить. Они очень опасны. Но опять же. Правильный подход. Блин. Ни то, ни себе, ни людям, как говорится. Надо было его сначала добить, а потом уже уворачиваться от этого. Ну ладно, живой. Все нафиг, я подожду лучше тут, потому что он меня сейчас точно до греха доведет. Поп-коп такой поп-коп. Летит.
Так. Блин, я так не попаду никогда в нее. Что ж ты? Охренеть просто. Твою дивизию. Блин, я не знаю, я не могу в нее попасть. Она какая-то заговоренная. Я 3 раза в нее попал, в итоге ни разу не убил. Так, куда она летит? Нет, я хочу ее крови. Хочу просто, блин, это ни в какие ворота, потому что... Вот сейчас она сюда полетит, прям подо мной будет. И, собственно, все тогда. Давай наводись на нее уже. Давай, 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 давай. Все, наконец-то можно поспокойнее будет играть. Так, что с тебя упало? Еще Клаудстоун. Шо? Так, второй. Ломай, а я в этот момент тебя ударю. Давай. Хорош. До свидания. Так, и последний. Вот до сюда я доходил, дальше я не доходил в своих качах, потому что там уже какая-то дверь. Ну, то есть, конец этого подуровня. Вот здесь я качался, это уже все отработано. То есть, понятно, да, когда задроты, которые там уже по 100 раз прошли, и мне нравится мое первое прохождение. Вот как видите, если я уже все это заиграл до дыр, то я тоже очень хорошо тут играю. Но дело-то в том, что это именно первое прохождение. А как может быть в первом прохождении, если не так? Так, ладно. Кое-как, но пойдет. Пойдет. Так что не нужно меня критиковать за мои первые разы, за мои первые попытки. Как видите, когда я уже тут освоился, у меня все идет очень неплохо. Так что, такие дела. Так, ну что, заходим. Угу. И чё? Внизу, я так понимаю, проход дальше. Опасайся засады. Ну да, я вижу. Так, ну что-то, судя по звукам, по тишине здесь никого нет. Лейтмонграсс, отлично. А как мне это взять? А, вот смотри, да? Тихонько, тихонько. Ой, секундочку, пожалуйста, простите. Так, продолжаем. Меня тут влекли всякие. Так, а что дальше-то? Собственно, остается вниз только идти. Но тут еще есть какой-то проход. Ой, что тут бластейнов-то столько? Подожди, ты где? Как он умер? Я не понял. Он, видимо, побежал сюда и упал, что ли? Ну-ка, еще раз могу его? Ну-ка. Вот, ты пошел, пошел. Да он просто исчезает. Что за баги-то? Ну ладно, аккуратно. Я не понял, как он погиб. Клаудстоун. Ой, я не буду за тобой тут гоняться. Это себе нафиг дороже. Так, а дорога нас ведет туда, хорошо. А сейчас мы посмотрим, что у нас тут тогда. Подожди, они со спины или полетит? Да нет. Видите, да, о чем я говорю? Тихо. Видите, о чем я говорю? Ой, там босс наверняка. Щит гасит 100% повреждений.
То есть все приходится на щит. Так, тут у нас еще один бабаюшка, да? Ну давай, иди сюда. А ты у нас бегать можешь? Это уже плохо. Хотя нет, такой же, по-моему. Ой, попал. А, блин, я вырекся. Блин, как скорость помогает. Да что-то я с тебя офигею, дорогой. Так, ладно. Крепенький попался, жилистый. Так, там у нас босс. А что же у нас тогда дальше по тропинке? Halfmoon Grass. И опять в человечной форме, как вы видите, кстати говоря. Поэтому, если я буду погибать, тенденция будет все хуже и хуже. Но мне, честно говоря, плевать. Говорят, что даже при темной тенденции будут появляться новые враги, типа красных каких-то, на каждой локации. Ну что ж, пусть лезут. Я с удовольствием с ними встречусь. Так, и что у нас тут? Это, я так понимаю, где-то уже под самым началом локации. Ну да. Кольцо регенератора. Да, вон там у нас лучники стояли. Но не под самым началом, но где-то, короче, в этих пределах. Так, что за кольцо регенератора? Так. Устанавливает ХП потихоньку. Отлично. Это как тот щит, да? С тем щитом вообще, наверное, бешеный будет. Да, и как раз у меня, как видите, эффект от регенерации. Он такой же и в Дарке был. Вот эти вот полосочки на персонажа. Непонятный свет. Так, ну что, 13 тысяч душ. Вот столько примерно за один заход и набирается в эту локацию. Вот так что тут довольно-таки просто качаться. Враги, как вы видите, ну, конечно, к ним приучиться нужно. Они очень сложные. Пока что самые сложные враги из тех, что я видел в игре. Но и их можно убивать. Нормально. Демон ждет. Отлично. Офигеть. Хрен на себе. А, скотина. Я же в блоке был. Сейчас, дружок, сейчас все будет. Так, а тут ты меня достаешь, нет? Ой-ой-ой. Ладно, вроде не достал. Было страшно. Что он может вообще? Ох, нифига в тебе, сколько всякой гадости. Пофигу. Что стал делать? Ну, спереди бить, похоже, да? Вообще плевать. Он неповоротливый, но я ему ничего сделать не могу. Так, надо придумать против тебя что-то. Вот, хорошо. Пошел процесс.
Блин, еще бы стрелы не глючили. Так, а что из тебя огнем попробовать порубать? Ой, блин, я знал. Простите, я налажал. Блин, а ты язык, конечно, неприятный. Да блин. Твою мать, я что, так умру сейчас, что ли? Офигеть, я ничего не мог сделать. Вообще ничего. Просто зажал меня. Ну что ж. Неприятный типок. Ну как неприятный? Простой очень. Давайте еще раз по-быстрому добежим. Мы теперь не будем всех подряд убивать. Так, ну и продолжаем. Что у нас? Вторая попытка получается. Посмотрим, что у нас теперь будет. Ну, в прошлый раз я погиб, как вы видели, просто потому что, ну, я ничего не мог там сделать, у меня зажал. Надеюсь, больше такого не повторится. Давайте опять примем человечную форму, чтобы... чтобы жизни было побольше, да и вообще. Вот это, кстати, турпентай надо будет поставить. Так, сколько у меня там камней-то этих осталось? 9? Полно еще. Как тут просто воскрешаться? В любом месте можно, не то что в Дарке, там натуральный костру надо каждый раз подходить. Так, Турпентайн, может ли мне пригодиться здесь, интересно? А, подожди, у меня же там еще мощнее есть. Блэк Турпентайн. Но пока что не вижу в нем особого смысла, хотя давайте попробуем. Но вообще достает просто невероятно как-то. Так, все, погнали. Блин, и как раз кончилось. Ну, я везучий человек. Что я могу сказать? Нет, никак, похоже, не зарубить его. Давай. Спокойно. Ой, блин, ты еще и подвижный такой. Да, блин, хрен попадешь, я же прям в него целюсь, какого хрена? И все, что ли? Это все, что ты можешь? Ой, зря я это сказал. Кирпич упал на голову. А, задел, скотина. Тихо. Без нервов, дружок. Да как ты задевать-то начал меня? Да блин, да что ж такое? Давай. Повернись, блин. От этого можно вообще не уворачиваться. Просто бегаешь, прав... А нет, нельзя. Пардон. Давай. Почти. Тю. Че, лошпендер? Если в углу не зажимать своим языком, то ничего не можешь сделать мне, да? Элементарный враг. Так, это что такое? А, ну это Darkstone, понятно. Фу.
Да, не с первого раза, но и то, как вы видели, там просто я ничего не мог сделать. Меня это раздражает, поэтому я буду повторить. Я ничего не мог сделать. Вот тут вот просто пока я вставал, он успел по новой прицелиться и отпрыгнуть не давал. Да как-то вообще нечестно получилось. Ой, так, ладно, сейчас я соберу то, что там лежит, блестяшки мы любим. Да, в принципе, будем прекращать эту серию. Он меня уже бесит, этот козел. Пришлось по новой весь этот путь отбежать. Камень по новой дали. Уф, так, 32 тысячи душ. Это хорошо. Душа демона. Возвращаемся в Нексус. Там дорога вниз куда-то ведет. На 4-2. Интересно, там нас что ждет? Блин, ну простой босс, от него так легко уворачиваться было. Единственная проблема то, что... может, ему по пузу надо было бить, где там тесак был воткнут. Не знаю. Так, блин, Глаш, ты где? А, вон, я ей шары долблю. Тут стоит. Так, Endurance, еще чуть-чуть. Мне советуют качать Dex, но пока что смысла не вижу. Единственное, ради лука, но я луком пользуюсь чисто для привлечения внимания. Поэтому я лучше удар чуть подниму. Так, еще один уровень, это будет у нас... Жизнь, конечно же, жизнь. Все готово, да. Hello again. I'm keeping... Так, привет-привет. Тебе я сложу вот эти вот камни. Чигатану еще одну. Мои стрелы. Ну, в принципе, все пока. You have a heart of gold. Так, ну и что, на этом мы прекратим, наверное, эту серию. Надо сказать, что уровень, как вы видели, совсем не сложный. То есть, когда знаешь уже, что делать, когда уже к нему приучился, натурально его разбираешь на запчасти. Но, тем не менее, босс такой был, убил нас один раз. Со второго раза мы его убили. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующих сериях. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.